Он очнулся. Я так рада тебя видеть. Я знаю, что это лицо и тело, они не твои. Но мне все равно, слышишь? Да, да, я знаю, что это ты. Я вижу по глазам. Все, пора идти. Он только пришел в себя. Имплантатов было 5, теперь остался 1. Только ты. Тысячи лет. Я был заперт здесь, в ожидании этого момента. Раньше вы жили в жалких лачугах и в пещерах, но я привел вас к триумфу, я указывал верный путь. Осталось совсем немного. Когда заработает СКТ, вы получите свою планету назад. А я смогу вознестись. Есть лишь одна последняя просьба. Войдите в башню. Это ничтожная цена. Иди же. Вот и все, командир. Для активации башни скринов нам осталось лишь взять управление СКТ в свои руки. Когда мы полностью настроим сеть, вознесение будет лишь вопросом времени. Действовать нужно осторожно. Ставь вопрос времени, говоришь? Итак, скорее всего, вот это, ребята, последняя миссия, конец всего. Техника ГДИ. Сейчас нам надо будет максимально держать позиции и завершить противостояние эпилога между ГДИ и нодом. Не подведем. Это последнее поручение Кейна. И мы с честью выполним его, во имя Кейна. Хотя уже ничего не связывает мир 3-й и 4-й части, в принципе. Конец всему. 11.05.77 года. Башня скринов. Развертывание завершено, командир. Получено новое задание. Итак, последняя битва. ГДИ бросили все силы, чтобы помешать нам, но это не поможет. Теперь нас не остановить. Так, что ты от меня хочешь? Получить контроль над СКТ? Понятно. Кейн, я никак не могу понять ваши действия. Но надеюсь, что вы сдержите свое слово. Слышу вас хорошо, командир. Мститель докладывает. Кому здесь ракету? Готов выдвигаться. Блин, нужно еще эти захватить. Обнаружен вражеский краулер. Нужно еще эти все захватить, потому что нам без ресурсов делать вообще нечего. Кому здесь ракету? Орудия заряжены? На связи. Кого убить? Прольется кровь. Мститель на связи. Пошли. Конечно. Пробуем. Обнаружен вражеский краулер. Недостаточно очков командования. Орудия заряжены. Будет сделано.
Мститель прибыл. Готов выдвигать. Что же? Спуск у нас здесь, да? Обнаружен противник. Занимаем территорию. Пусть, конечно. Спешим. Будет сделано. Выдвигайся. Обнаружен вражеский краулер. Путь. Точность повышена. Скорострельность увеличена. Нам доступно увеличение дальности. Путь. Занимаем территорию. Выслушали. Закрепиться на позиции. Выслушали. Закрепиться на позиции. Нам доступны технологии второго уровня. Будет сделано. Выдвигайся, конечно. Доступен огненный след. Будет сделано. Обнаружен вражеский краулер. Угу, ГДИшники, да? Спешим. Вы слышали? Ну, что ждем-то? Вы слышали? Мы получили маскировочное поле. Модули проникновения установлены. Генератор невидимости подключен. Обнаружен вражеский краулер. Закрепиться на позиции. Катер, подготовка к атаке. Нифига себе. Орудие на цель. Что мы тут нашли? За ними. Полная боеготовность. Подразделение атаковано. Долго не протянуть. Пристегнитесь, ребята. Вперед. Обнаружен вражеский краулер. Враг потерял краулер. Отлично. Медлить нельзя. Занимаем территорию. Какая мясорубка? Кто с кем воюет? Я не пойму. Четыре фракции нода тут. Готов выдвигаться. Краулер атакован. Закрепиться на позиции. Спешим. Медлить нельзя. Обнаружен вражеский краулер. Полный ход. Вот так. Подразделение атаковано. Расстрел! Будет сделан, как ему готов. Все, следующий. Отложено. Все, следующий. Тоже. Краулер атакован. Как вы там? Вперед! Все, следующий. Краулер атакован. Краулер атакован. Что вас так разобрали прям вообще? Вообще жесть. Нас атакуют. Подразделение атаковано.
Траулер атакован. Обнаружен командо противника. Шляпа это, короче, вообще прям просто шляпа. Подразделение атаковано. А потом прикончим их. Я их чую. Пора. Обнаружен вражеский краулер. Обнаружен команду противника. Делаем это. Хорошо. Все идет по плану. Значит, сюда. Развертывание здесь. Где наши друзья? У меня есть дело. Краулер. Обнаружен вражеский краулер. Будем прятаться? Да, блин. Как необходимо больше очков командования. Все идет по плану. Обнаружен вражеский краулер. Обнаружен команду противника. Подразделение атаковано. Краулер атакован. Этот краулер разберешь. Враг потерял краулер. Еще хотя. Краулер атакован. Недостаточно очков команды. Развертывание здесь. Что со мной? Делаю. Они это... Обнаружен вражеский краулер. Обнаружен команду противника. Отстегаем как следует. Ищите драки! Подразделение атаковано. Краулер атакован. Не нравится мне его взгляд. И ритм. Краулер просто разобрали. Жесть. Как это давить-то, а? Да, блин. Обнаружен.
противник. Обнаружен вражеский корабль. Осталось всего 50%. Так держать. Кей, несмотря на мои усилия, армия перестала подчиняться мне. Дальше действуйте сами. Центральное командование. Что-нибудь видите? Обнаружен команду противника. Да здесь вообще не продаешь, там невозможно. Ты посмотри просто, сколько их здесь. Подразделение атаковано. Что у нас здесь? Посмотри, сколько все понаставили, они так просто жизнь. Толпа какая была бы прямо. Обнаружен противник. Блин, вот этот узел надо отжать попробовать. Забрать, потом на топ идти опять. Сеть контроля Тиберии. Да что толку-то от этой сети? Обнаружен противник. Доступ к сети получите только через мой труп. Давай. Нужда витает в воздухе. Краулер атакован. Будет сделан. Непременно. Обнаружен вражеский краулер. Я умею убеждать. Магмагеттон какой-то, да? Вас понял. Я наставлю их наверное. Я умею убеждать. Меня родители не вешают. Встретьте судьбу.
Ой, блин, какой же... Полковник Джеймс, давно вас слышно не было. Враг потерял Краулер. Я знаю, отлично. Что вы справитесь? СКТ полностью настроена. Портал откроется через мгновение. Вознесение совсем близко. Необходимо больше очков командования. Есть данные, что приближается крупный корабль ГДИ. Мы не знаем, что это, но он огромен. Враг потерял Краулер. Что там за корабль-то? Что-то я забыл уже. А, понял, понял. Понял, кто это у нас такой. Экспериментальный бомбардировщик ГДИ Аркус. Союзник потерял Краулер. И после разгрома ГДИ хочет вонзить нож мне в спину. Разберитесь с этим. Краулер атакован. Так, пьем. Недостаточно очков командования. Позиции.
Недостаточно очков командования. Давай, 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 ребята, работаем. Так медленно это строить, кстати. Печаль вообще. Обнаружен противник. Подразделение атаковано. Траулер атакован. У нас потери. Подразделение атаковано. Я их сделаю. Надо это убрать. Танк невидимка к бою готов. Сколько у тебя осталось? 6000. Очищение близко. Да уже ты сдохнешь, а? Что стоит? Ты чего ждем-то? Подразделение атаковано.
ребята, пока удаете, конечно. Ну, тормозы просто, у меня вот нет вообще никакой больше вам. Доверия и поддержки вот просто нет. Вы вот столько, сука, ехали, чтобы дождаться, пока он родит, да? Не знаю, что это, но с ним покончено. Пронесло. Портал. Он открылся. Да неужели? Войдите в башню, где нас ждет вознесение. Вы правы. Все, наверное, да? Ну да, финальный ролик. Чем-то он похож на GDI миссию. Не надо. Я люблю тебя, но не могу этого сделать. Командор, оставьте. Я найду ее скорее, к порталу. Остановить ее. Отвечай, сукин сын. Начата процедура отключения, да? Ну слушай вот, меня. Как-то так все это заканчивается. Все будет хорошо. Не оставляй меня, пожалуйста. Ты же сказал, что с ним все будет в порядке. Я так и думал. Но вы слишком хрупкие. Все вы такие хрупкие. Все, мы отключились, а Кейн покинул портал. Ну как покинул? Зашел в него, и все, на этом все закончилось. Все, я как понимаю, да, игра пройдена за компанию Not и за компанию GDI. Что можно сказать? На разок поиграть и забыть. Миссии все однотипные, местами в принципе неинтересные. Захвати одну точку, приедь в другую и устрани третью. Все, вся игра. Нет никакого, как в третьей части, количества юнитов. У вас нет такого, что оно бесконечное. Вы берете очки командования, улучшаете свой арсенал, если у вас хватит здоровья, времени, и продвигаетесь по карте. Ну и, соответственно, по сюжету.
Всем, ребят, спасибо за просмотр. Увидимся с вами в других частях Command Conquer. Это Command Conquer Generals, Zero Hour, переиздание культового боевика 2000-х, а также дополнительные мода. Это на Command Conquer, Free Tiberio Wars, это Забытый Альянс и Alliance Defeat. Всем, ребят, спасибо, удачи и берегите себя.